хочу показать вам, как вяжутся такие вот тапочки или следочки. Очень простые. Здесь вот, правда, шов. Ну, я думаю, он не портит. Пряжу я потом название, состав на экран выведу. Их можно вязать и спицами, и крючком. Я решила тунисским вязанием. Вяжутся они очень просто. И размер тоже можно просто, ну, как бы в процессе вязания путем примерки. Я набрала 30 воздушных петель и вязала такое вот прямое полотно. Сейчас вы увидите. Так, крючок я взяла номер 5. И вначале наберу цепочку из 30 воздушных петель. Немножко здесь цепляются вот эти перемычки. Но ничего, вязать можно. 3, 4, 5, 6, ну и так далее. Мы набираем столько петель, сколько нужно, чтобы было по длине ступни. Особенно если спицами, то лучше, конечно, связать образец, посчитать. Или можно немного побольше размер, потому что, особенно если шерсть, то она со временем сбежится при стирке. Итак, я набрала 30 петель. И буду вязать. Сейчас буду вводить крючок вот в каждую петлю. Вводить и оставлять на крючке. И так до конца ряда. У меня должно быть 30 столбиков. Я набрала 30 столбиков и сейчас буду вязать обратный ряд. Для этого я провяжу первую петлю, а затем буду вязать по 2. Та, которая на крючке, и вот следующая за ней. И так до конца ряда. Во всех остальных рядах я буду вязать, подхватывая крючок, вводя вот под эту перемычку переднюю. Ввела крючок, подхватила рабочую нить и вытянула. Столбик оставляем на крючке. Я довязала до конца ряда, и последний столбик я буду вязать так. И последний столбик я буду вязать за 2 вот эти половинки столбика. Обратные ряды всегда вяжу одинаково. Провязываю одну петлю, а потом по 2. И так до конца ряда. И дальше будем вязать на нужную ширину. Так, у меня это 18 рядов. У вас, возможно, другое количество. Вот, вот это вот расстояние. Вот какой нам нужен тапочек от одной планки через подошву и к другой планке. Я связала полотно на нужную высоту. Вот сейчас здесь покажу. Вот это вот. И сейчас буду вязать вот эту часть. Для этого я закрою половину столбиков, чтобы, видите, здесь как разряжены получается полотно. Так, у меня 30, значит 15. Раз,
каким-то образом. Вот я закрыла 15 столбиков, и у меня осталось 15. И дальше буду вязать вот эти вот укороченные ряды по 15 столбиков, ну, как вязала раньше. Набираю столбики, потом закрываю. Вяжите столько рядов, сколько хотите, чтобы была ширина вашего слитка. Здесь главное, чтобы нога проходила и был тапочек такой в меру широкий. Вот что у меня получилось, такая вот деталь. Сейчас я буду формировать тапочек. Здесь я петли не закрывала, потому что все равно буду сшивать. Располагаю вот так, сошью вот здесь. Затем присборю, это у меня будет носочек, мысок, и сошью вот этот, зашью вот этот шов. И все, тапочек будет готов. Немножко не нравится мне вот этот шов, но, возможно, надо было на изнанке. Но раз я сделала так, то и второй буду делать таким же. Так. Вот смотрите, как я вязала в каком направлении. В том направлении нужно согнуть. Так, отсчитать 15 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И вот с этим столбиком я начну соединять. Подхватываю и соединительным столбиком. Так, подхвачу вот под эту перемычку и затем под вторую перемычку на другой стороне. Вот под эту и протяну через 3 петли. Так, ну и так все 15 петель, 15 столбиков. Вот я соединила эти стороны. Сейчас у меня здесь вот такое отверстие. Я отрежу хвостик. Пожалуй, такого достаточно. И буду приспаривать. Так вот, через петли протягиваю. Так, нет, я не так как-то делала. Да, просто протягиваю через эти петли. Ну и так вот по всему периметру протяну, потом стяну и запрячу, закреплю ниточку. А вот я протянула ниточку через все эти петли. Она у меня была не длинная, но такой длины мне хватило, потому что я потяну дальше за эту ниточку. И остается только запрятать и закрепить ее на полотне. Так, сначала я закреплю здесь. А потом выведу ее вовнутрь. И закреплю внутри. Так. Можем даже вот с этим хвостиком завязать, с начальным. Вот. Можно отрезать, можно не отрезать. Тапочек почти готов. Осталось соединить
Вот этот шов. Можно, конечно, их и обвязать. Но я думаю, даже и не стоит. Смотрите. Пряжа сама по себе интересная. Хотя, посмотрю, может быть, рядом столбиков без накидов, хотя и можно обвязать. Только в этом случае смотрите, чтобы не стянуть это отверстие, чтобы нога все-таки сюда заходила. Ну и мне удобнее будет вот отсюда начинать сшивать, потому что, чтобы не отсчитывать петли, и они здесь вот у меня закончатся одновременно. Так, я введу крючок с этой стороны, затем с другой. И провяжу. Ну, затем так попарно буду соединять. Второй тапочек готов.